С большой благодарностью отношусь к устроителям выставки. И, как я уже сказала, просто с огромной радостью смотрю сегодня на все, что у нас получилось. И мне кажется, это очень важно и очень интересно, что вы сможете не только посмотреть, но и в процессе работы выставки узнать что-то большее о мозаике и погрузиться в этот удивительный мир, который становится... Вот в нашем пространстве все краше и краше, лучше и лучше. Так что спасибо всем огромное. Выставка называется «Язык мозаики». Вот уже четвертый год мы говорим на языке мозаики в нашем коллективе. Идея нашей выставки была такова, чтобы поговорить со зрителями на этом языке, рассказать свои истории, которые вы, в частности, можете уже примерно представлять на этих стендах. Я думаю, что у нас совместно все сложилось, и это очень радует. Рад приветствовать вас на нашей выставке. Благодарю вас, что сегодня вы пришли к нам. Вы можете заметить, что и натюрморты, и абстракции представлены в этом зале. Но также, наверное, может, это даже кого-то удивило, что при входе нельзя разглядеть сразу все работы. У нас есть отдельный зал для римской и византийской мозаики. И вот этот вот переход от новых эмоциональных, свежих течений, которые представлены в основном зале, к классической римской, византийской мозаике, к основе основ, к истоку, возвращение обратно. Это все дает нам прочувствовать тот самый язык мозаики, о котором мы говорим, на котором мы говорим, почувствовать искусство, с которым мы работаем, почувствовать, почему мы его выбрали. Приветствую всех на выставке. Очень рада видеть и своих учеников, и гостей. Хочется... Наверное, мы уже утомили вас своими длинными речами, как бы, ну, я скажу кратко. Да, накопилось, потому что выставка длилась. Она длилась долго. Она длилась больше года. С момента зарождение идеи этих мозаик и до момента их воплощения. Поэтому все, кто присутствует здесь на открытии и на вернисаже, почувствуйте это время, время, которое заложено в этой экспозиции, как бы, длительность каждой этой мозаики. И почувствуйте, что вы попали в совершенно уникальное пространство. Свет, экспозиционные конструкции, сами работы – все это создает определенную атмосферу. И она рождалась в течение длительного времени, в течение целого года. Я всем желаю чудесного вечера. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Наслаждайтесь.